Противно всем место, девочки? Или стулья надо? Ольга Викторовна, возьмите стульчик. Не сочтите за труд, возьмите стульчик. Так, телефоны все выключили? Да. Начнем с чего? Начнем с приятного. Так, ну что, мои хорошие, одевайтесь. Да. Все ж, какая у тебя куртка-то. Конечно, Машуль видела. Так, Вера, упадешь, осторожно. Очень красивая лошадка. Одевайтесь. Саша, не балуйся, одевайся. А что у нас сегодня на обед? Вермишелевый, да? Пробы оставили? Оставили. Угу. Галина Николаевна, вы мне подготовили этот материал по лицензированию медкабинета? Посмотрите, ладно, в течение... Да. Ну что так рано уходите-то? Пообедали бы, потом пошли. Ну что, неправильно делаете, неправильно. Так, ушли, да? Трава большая выросла, надо окашивать. Для меня детский сад, в общем-то, это жизнь. Я большую часть времени... И выходные, и отпуска. Живу здесь. Дома я бываю очень редко. Понимаю, что это неправильно, но без этого я не могу. Учась в школе, я решила, что я буду работать в детском саду воспитателем. Всегда любила детей. Вот. И, окончив школу, я пошла устраиваться на работу. Мне, в общем-то, было все равно, кем. Или воспитателем, или няней, потому что образования у меня еще не было. Заведующая тогда 11-го детского сада, где у меня работала мама в свое время, Надежда Викторовна Володина, она мне предложила работать воспитателем. Я с удовольствием приняла это предложение и поступила учиться в Орехозуево на дошкольное отделение. Помню, мальчик был у меня. Значит, пришли мы руки мыть в туалетную комнату. И, значит, моем. Я его так стала что-то ругать, что-то он руки не так мыл. Достаточно, очень громко я это говорила. Вот. И, значит, мне было, соответственно, сделано замечание о том, что не надо так. Надо, значит, объяснять ребенку, а сразу не ругать его. Вот я запомнила это. Вот, представляете, 40 лет прошло, и я до сих пор это помню, свою ошибку. Тогда еще как-то я была молодая, еще не осознавала как-то вот этой всей ответственности, всего такой-то, что большая такая нагрузка будет. Как-то все это воспринималось как игра. Вова, не вставай ногами на скамейку, а то испачкаешь, сам будешь садиться грязно, не надо ножками вставать. Видишь разметка? Одна половина и вторая половина. Ты туда едешь по этой половине, а возвращаешься по другой половине. Поняла? Я знаю. Чтобы не столкнуться, знаешь. Молодец, раз знаешь. Ой, испачкался. А! Что делаю? Да вот зайчик упал. Что, испачкался и упал? Некрасиво. Ваня! Вань Макеев, осторожно, не упади, Ваня! Детский сад – это отдельный, мне кажется, какой-то такой микроорганизм, который вот варится, а потом раз – и выплескивается, и дети уходят в школу. До свидания, детский сад, все ребята говорят, никогда мы не забудем наш любимый детский сад. Вот как голубей держат, а потом выпускают на волю. Вот так же и мы лелеяли вас, оберегали, учили, а теперь мы вас отпускаем. И еще мне
жалко расставаться с любимым садом, потому что тут у меня самые хорошие друзья. Вот я ждал выпускного и волнуюсь, вдруг в школе будут плохие оценки. Расставаться, конечно, все время очень грустно. Первое время очень переживаем. Но потом встречаемся на улице, обнимаемся. Они нас навещать приходят. Тут девочка работает в муниципальном заказе. Сейчас ее фамилия Воликова Лена. Что это за фотография? А это вот первый выпуск мой. Это вот я воспитателем их выпускала. Какие только роли не исполняла. Иван Царевичем была, Дед Морозом была, Снегурочкой была, Емели была. Это еще одна бабушка спросила, говорит, я купила рыбу мороженую, она оттаяла, соответственно, она стала так это трепыхаться, и я так, когда разговаривала с рыбой, со щукой, и она трепыхалась, бабушка еще там одна спрашивала, говорит, она у вас что, живая? Я говорю, да нет, ну что вы. Вот каждый год выпускаешь детей, и вот каждый год с такой болью отпускаешь их от себя. Думаешь, как оно будет, как оно сложится у них. Печеница? Вы знаете, печеница сегодня я вам не дам, потому что у вас ручки грязные, потому что вы уже одевались, у вас ручки грязные. А вот конфетки. Ну, потому что вы одевали и ботиночки. А вот конфетками давайте я вас угощу. А вы себя хорошо вели? Да. Кушали? Да. Молодцы. Так, Викуська, держи. Так, Надюшка, держи. А что мы сказать должны? Спасибо. Вот, пожалуйста. Кирюш, держи. А как же луке надо? А сейчас, подожди. Сейчас мы давай лук. На, Ксюренька. Ксюренька, на, держи. Так, Ксюша, Оленьки. Держи, Оленька. А спасибо забыли сказать. Маше, Злате, Галине Геннадьевне. Галина Геннадьевна, скушайте конфеточку. Спасибо. Кушайте. Вот, да не за что. Кушайте на здоровье. Ай, Верунчик-то пришла. Так, ну покажи, как заправилась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, никак не заправилась, никак не заправилась. Безобразие полнейшее. Почему? Голая спина. Теперь все в порядке. Две. Две нельзя, будет живот болеть. Можно только по одной. Держи. Не слышу ничего. Спасибо. Пожалуйста, до свидания, Верунчик. Средняя группа какая-то была очень такая возбужденная. В связи с чем, не знаю. Может быть, давление какое-то. Здравствуйте, Нина. Хотела поздороваться и хотела спросить. Ага. Заявление на время закрытия детского сада. Ну, обязательно, обязательно, да. Так же, как обычно, да. С 1 по 15 закрываемся, да. У нас самый замечательный детский сад в Сергиев Посаде. И самая замечательная заведующая. Спасибо, Нина. А вы же на ногу. Так. Ну что, дорогие мои, как я уже сказала, учебный год наш практически закончен. Я хочу большую благодарность выразить воспитательной подготовительной группе Надежде Владимировне и Ольге Владимировне. Утренник прошел очень хорошо. Спасибо вам большое. Утренник мы провели. А теперь я думаю, что мы с вами наш окончание учебного года мы с вами отметим, значит, в ресторане где-нибудь, да? В ресторане мы с вами сходим, согласна? Конечно. Да. Конечно. Девочки, поедем. Конечно. В кафе или куда-нибудь. Да. Не хочу возвращать назад ничего. Пускай как оно идет, так и идет. Если бы дали
повернуть все? Нет. Я бы все равно пошла в детский сад работать.